монтажа, собственно говоря, все камеры, если их взять в руку, покрутить, и мы как монтажник монтажника, собственно говоря, поймем, о чем идет речь. Действительно, именно в таких нюансах, как вот определенная возможность подведения кабеля как сбоку, как изнутри, есть какие-то специальные вот, дырочки для того, чтобы хомутик закрепить. Для того, чтобы скоммутировать тревожные входа, выходы, аналоговый выход, микрофон и так далее, не требуется отвертка, есть поджимные клемные колодки. Есть возможность работать с этой камерой без использования инструмента вообще. То есть, вот, допустим, позиционирование, чтобы открутить, ослабить ролик, обычно требуется отвертка или шестигранник. Здесь это делается рукой. Регулировка объектива, например, если вы помните, если вы работали уже с камерами, вы знаете, это маленькие штыречки, которые тоже нужно ослабить предварительной отверточкой. И у монтажника не у всех пальцы пианиста, и, то есть не всегда получается на высоте четко работать с этими роликами. Также легко монтировать и демонтировать камеры кубального исполнения, все соединение безвинтовое. Внутренний модуль имеет свободу в трех плоскостях, то есть можно вращать объектив как угодно. И на самом деле уже есть инсталляции, когда эти камеры монтируются вообще без корпуса.